Вчера собрала остатки помидоры. Перец еще не выдрал. И перец тоже собрала. Здрасте. Муж пока выдирает помидорчики. Травку, наверное, какая, да? А? Попадается. Ну, это курочка. Вот видите, какая это мелочевка хороший, осталась. Хороший водник. Ну, они мелкие, ведь. Пускай мелкие, поесть. Это что, я вчера пропустила, наверное, муж собирает. Хороший отдельно, курочка отдельно. Ничего, нашел. Что это? Бусы. Бусы. Бусы нашел. Мелкие бусы. А у меня сейчас другие дела. Все убирает. Ну, тут перепашем. Землю. Перепашем. И это, перец тоже убирает, веточки. А? Перец тоже убираю. Они... Ну, конечно, уберу. Я просто вот уберу. Вы повыдернули. Капусту. Я вот это соберу, этот мелкий тоже там есть, он мелкий попадается. Ну, собираю. Я не стал собирать, но собирать. Капусту надо эти тоже раздеть уже. Капусту мороз должен кромить. Нет, раздеть от эти листья большие, убрать все. Убрать. Тоже надо. Сажали черенками красную смородину. Хотим развести. Вот 4, а я сажала где-то больше 10. Ну, вот такие черные. Вот смотрите. Вот я повыдрала, 2 оставила. Нет, ничего. И это тоже, наверное, нет ничего. Ну, 4 дали листики, вот так принялись. Здорово. По 4 кустика будет. У меня красная смородина заболела. Лечу каждые 2 или 3 года уже болеет, как. Ну, у меня 1 куст всего. Лечу, а толку нет. Вот эти подрастут и выкопаем тот куст. Шалфей мой как разросся. Ну, еще не цвел. Я обычно на цвету собираю. Уж конец лета. А почему не цвел-то? Что-то поздно он разросся. Или я пропустила. Не знаю. Люблю, когда осенью вот так вот обвит забор. Красота. С утра еще прохладно. Цветочки открыты. Ой, обожаю. Тянутся, смотрите, какая красота. И цвет такой насыщенный, яркий. Вот эта роза была у меня большая, огромная. Она вымерзла. Я ее вырубила, а это дали отростки. Ну, цветет. Она такая мелкая. Цветет. Это последние помидорочки я вчера вечером собрала. Перец что-то в этом году не очень удался. Здесь острый перец собрала. И остатки. Это фасоль такая, спаржевая. Ну, она переросла, я собирала. Это последний, ну, не знаю, вот эти желтенькие пущу на семена. А эти, может быть, порежу, заморожу. Ну, крупные, конечно, переросли. Ну, подумаю, посмотрю. Даже огурчики муж собрал. Вытирал последние. Сделали тушенку вот такой вот таклаве. Первый раз попробовала крышки Светлана. Ну, вот одна банка. Вот они, даже видно, что Светлана. Вот одна банка почему-то. Может быть, плохо там прижималась. А эти баночки хорошие. Все закрыты, все закручены. Мы до этого делали тушенку. Вот такие твист крышки были. Вот. А это попробовать решила. Крышки Светлана. У меня нет специальной крышки. Кто-то писал. Где-то я видео смотрела, что этими крышки можно закрывать. Ну, вот одна банка слетела. А эти баночки хорошие все. У меня автоклав на 14 банок. Пол-литровых. Собрала мяту. Вот здесь разложила дома. Не хочу в сушилке сушить, потому что ее немного. Здесь 2 вида. Это у меня растет. А вот эту мяту я сорвала у мамы. Такая вкуснятина.
Прям вот конфеты барбариской пахнет. И на вкус, и запах такой. Это я позавчера. Но уже подсохло. Вот у меня мятки три вида. Ну, и мята я много. У меня с прошлого года много осталось. Так, немножко посушу. Вот такой арбузик. Это покупной арбуз. У нас в этом году нет. Мама постаралась. Они уже зашли, ну, она все раскопала. Сейчас будем пробовать на завтрак. Одну половинку я разрезала сейчас в холодильник, поставлю, а эту порежу на завтрак. Я думаю, что вкусный, раз красный. Шкурочка такая, не очень толстая. Сейчас попробую арбузик. Сладкий, а сок течет прям. Очень хороший арбуз. Поломался немного. Померил сахар. И сахар у меня вот такой. О, я чувствую, что-то мне все плывет. Высокий. 8,5. Сегодня с утра доктор пришел. Теперь меряю давление. О, 158,92. Я думала меньше. Ну и утречка сегодня. В сушилку заложила. Вот так перец порезала. Это на приправу. Будет у меня приправа. Такой острый перец. Я вот так режу. Не заморачиваюсь. Режу, буду прогонять вместе с сердцевиной, семечками. Вот так. Здесь у меня помидорки. Это брала мелкие специально. Мелкие я прям целиком заморожу, а покрупнее порежу колечками. Ну, там, на пиццу, на что-то еще. А эти мелочь я, ну, куда-то в борщ добавлять буду. Отобрала вот этот перец, сейчас начиню. Ну, там у меня осталось немножко перчика заморозить. Порежу, заморожу. Перца у меня в этом году мало. Что-то не уродился. Ну, как мало? Мне достаточно. Мне хватит. Ну, все. Так, включила сушилку. Перчик мой сушится. Сейчас займусь другими делами. Фарш у меня уже размораживается для начинки. Ой. Состояние не очень. Выпила с таблетки, немного полежала. Ну, работу еще никто не обменял. Из-за меня никто это не сделает. Порезала вот так кружочком помидорки. Помидоры идут не кондиция. А, на пиццу пойдут. Я всегда замораживаю не кондицию. А эти помельче я целиком заморожу. Ну, этот ряд морква покороче. Мне такая больше нравится. Это слишком длинная. Ее я не продергивал, да? Получается, ну вот это всю мелочь я потру, заморожу. Ну надо же, вот какая морковка, какая морковка. Ну такую мелкую я ее потру, холодильник заморожу, а крупную мы положим. Почему-то я эту морковку не продергивала, надо было ее продернуть. Если бы она была продернута, она была вообще отличная морковь. Там вначале она пореже растет. Там она лучше. Опять длинная. Почему длинная-то? Или она не длинная? Чего ты знаешь, почему длинная? Ну вот сажала. Я семена покупала короткую морковку.